Всем привет из Алании, друзья. Сегодня у нас воскресенье, и хочу очередной раз рассказать, как найти рынки в Алании. Вот сейчас мы находимся на улице, на которой проходят рынки, которые по понедельникам. Вот в данный момент, где я иду сейчас, это у нас получается ориентир недалеко от отеля Оба Тайм. Здесь вещевой рынок. Потом дальше, вот где стоит Исузу машина, там начинается направо овощной и фруктовый, и дальше тоже тянется овощной и фруктовый, но за ним снова вещевой, который идет до отеля Blue Wave Suite Hotel. И меня часто спрашивают, дай адрес, где рынок. Это невозможно по нескольким причинам. Во-первых, честно, если я даже не знаю, как называется эта улица. Во-вторых, это невозможно ввиду того, что рынок длинный по понедельникам. Он тянется практически от отеля Азия, который находится не так близко отсюда. То есть минут 10, даже больше, быстрым шагом вы будете до него идти. Если вы будете идти по рынку, понятно, что это растянется на полчаса даже и больше. Вот, и от отеля Азия и до отеля Blue Wave Suite Hotel, который там находится впереди. То есть это не так все близко, большие расстояния. Значит, во-первых, хочу сказать тем, кто не знает, что рынки проходят каждый день в разных районах Алании. То есть вот в понедельник он в районе Оба. Сейчас я расскажу ориентиры отелей какие и так далее. И вот вы видите, сейчас воскресенье, 6 часов вечера, и люди вот уже раскладываются, наши знакомые. Мраба? Уже вот у него можно нормально, уже можно покупать прямо в воскресенье, не дожидаясь даже понедельника. Вы видите, они приезжают, они здесь ночуют, занимают места, то есть вот так вот все непросто. И там вот овощи, фрукты уже тоже они начали раскладываться, он уже арбузы, дыни продаются. Несмотря на то, что сегодня воскресенье только. Ну, еще пару слов скажу о сложностях с адресами. В принципе, вот в Алании тоже есть, как и у нас, как бы, можно сказать, улицы, да, названия и как бы номера домов. Но, во-первых, они нигде не пишутся, на домах вы не увидите названия улиц. Они иногда бывают на неприметных совершенно указателях. А так вот, вот дом стоит, допустим, и никто не знает его адрес. То есть вы будете где-то там буквально в 50 метрах от этого дома, будете тыкать всем, кто живет здесь по 100 лет, адресом, как бы, да, с названием улицы и дома, вам никто не подскажет. Поверьте, это уже ситуация проверена. То есть теоретически вроде как есть у каждого дома название улицы и номер дома, но найти его по этим данным, ну, просто нереально. Ну, то есть как бы реально, но очень сложно. Особенно это касается туда, это дальше третья линия, выше туда горам, где улиц очень много, они параллельно, перпендикулярно, там по-всякому. То есть адрес я из всех проспектов знаю только Ататюрка центральная, это первая линия, как я ее называю, но не только я слышу, тоже называю так часто. И вторая линия, которая, я все не запомню, 50 метров или 25 метров улица. Все как бы, но опять же, там могут быть чуть-чуть ответвления какие-то, и у вас может быть другой адрес, который вам надо найти, с названием уже другой, как бы, улицы, и вы ее будете искать долго и нудно, поверьте мне. То есть вот такая система здесь с адресами. Почему-то. То есть я просто удивляюсь. Смотрите, вот старенький домик, и в нем еще живут люди. Интересно, сколько стоит купить в нем квартиру. Заброшенную такую. Но я думаю, что это возможно, раз дом стоит. И вот это вот мы сейчас идем вдоль. Здесь вот ресторан «Соль и перец» называется. Здесь вот, по-моему, если не ошибаюсь, заканчивается рынок овощей и фруктов. И дальше снова начинается небольшой вещевой, который тянется до отеля Blue Wave. Сейчас мы дойдем до него. А вообще много вещевого. Он идет в сторону Тоусмора, то есть практически до отеля Азия. Кайла и Азия в ту сторону. Ну, я думаю, что... Ой, какой жужжащий. Я думаю, что тем, кто приходит на рынок, вам и клубнички захочется, и инжира, и, то есть, не только вещевой, поэтому вы будете обходить все эти рынки. Вот, видите, в принципе, как здесь пустынно, пока нет туристов, Blue Wave Suite Hotel вроде бы пока не открывается. Улица пустая. Вот здесь вещевой рынок завтра будет.
Значит, теперь смотрите, как это все найти. Если вы живете в отелях Oba Time, Grand Attila, Mesut Hotel, Chrysanthemum, Монте-Карло, Кайла Азия. Так, еще вспоминаю, какие там есть отели. Ну, там же Романтик и White Gold, Эмир Бич, они сейчас не работают дальше. Гранд Бояр. Что еще здесь? Авена. Вот впереди будет отель. Оба Стар отель будет впереди. То есть все вот эти отели, которые я назвал, они находятся рядом с рынками. С рынком в понедельник, подчеркиваю. Только в понедельник. То есть какой-то из этих отелей находится здесь, какой-то из этих отелей находится аж там. Повторюсь, тут путь не близкий, то есть рынок довольно длинный по понедельникам. Ну, в принципе, он в любой день длинный. Вот. Чтобы найти рынок в понедельник, достаточно вбить себе в карту, допустим, любое название этого отеля, который я назвал. Если вы в этих отелях находитесь, то вам просто лучше спросить, где рынок, то есть выйти вот сюда, вот на эту улицу. Все эти отели находятся рядом с этой улицей, рядом с рынком. Московская машина стоит. То есть все на самом деле довольно просто. И если вдруг вы едете на рынок, который по понедельникам, если вы едете из других районов, допустим, Алании, да, именно сюда, вот Blue Wave Suite Hotel справа. Если вы едете сюда по первой линии, то вам, опять же, повторюсь, что рынок очень длинный, выйти вам можно возле любого из этих отелей. Но, в принципе, если так, чтобы посерединке, как бы, люди есть в ресторанчике, чтобы посерединке вам выйти нужно будет примерно, сейчас подумаю, ну, допустим, отель Oba Time можете вбивать. Ну, короче, выходить вам можно уже где-то с по пляжам, если вы едете по первой линии, там номера пляжа везде есть. Можете выходить на 10-м пляже, допустим, на 11-м, на 12-м, на 13-м, на 15-м. По-моему, даже раньше 10-го это уже будет примерно этот район отеля. По-моему, Oba Star это. Или Авена, или Oba Star. То есть это если едете по первой, смотрите, как разрослись эти, или кабаки, или что-то, ну, бахчевое что-то. А вот инжир, листики инжира. А вот инжир, кстати, уже сыпется. Смотрите, темный, причем он полезнее светлого. Такой вот инжирчик на дереве. Там впереди он отель Монте-Карло, стоят люди, Монте-Карло отель работает. А этот отель не работает еще. Будет ли работать, я не знаю. Многие отели будут открываться еще вплоть до конца августа даже. В общем, если вы едете по первой линии, я вам сказал примерно ориентир, где выйти, смотрите на нумерацию пляжей. Либо вот увидели Mesut Hotel, либо увидели отель White Gold. Смотря с какой стороны вы едете, выходите. Вот впереди Монте-Карло там. Вечером, когда хожу, здесь ни одного человека здесь нет вообще. И мы идем в сторону отеля Green Garden. Кто в нем живет, кстати, тоже. Вам вот пройти, как я сейчас шел, вы выходите на рынок. Если вы едете по второй линии, допустим, с Махмутлара, автобусы многие идут по второй линии, либо со стороны центра, с Джума-Пазара, если вы едете на второй линии, вам нужно выйти. Тут уже чуть посложнее, но примерно, скажем так, если вы выйдете на магазине Кочтаж, давайте один ориентир дам, чтобы не распыляться. Выйдете на Кочтаж, его все знают, водителя скажите Кочтаж, и спиной поворачивайтесь на остановочке. Когда находитесь, спиной поворачивайтесь к магазину Кочтаж. Здесь вот Serenity Hotel, вот тоже, кто в Serenity Hotel, вам тоже до рынка на понедельник. И Монте-Карло Анекс отель. То есть все вот это вот, все эти отели находятся рядом с рынком понедельничным. Вышли на Кочтаж и повернулись к нему спиной. Если вы едете с той стороны, с Махмутлара, перешли дорогу, за спиной остается Кочтаж, идете прямо в сторону мечети, там видно мечеть, и выходите прямо на рынок. Это если вы едете, ну, конечно, можно выйти не только на Кочтаж, можно выйти на остановку
и раньше, и позже, но я просто ориентиры там сейчас не соображу, какие сказать. Поэтому Кочетаж будет вполне достаточно, вы попадете как раз недалеко от вас будет рынок с овощами, фруктами и вещевой там будет длинный тянуться. Вот смотрите, вот улица 6. Точка. Сукак. Чё это? Перевести вам даже я, прожив здесь больше чем полтора года, не смогу. Там 4 сукак. То есть даже если учесть, что слово сукак этот, или как оно правильно читается, даже если учесть, что это переводится как улица, таких названий улиц нет. 4-я, 5-я. Вот о чем я говорил, что найти очень сложно по адресу дом. Здесь вот отель Green Garden. Тоже пустынного, видите. Он, наверное, будет открываться, но что-то никак пока не стартанет в нем сезон. В нем ремонт, новые сделали корпуса там. Вот, еще раз повторюсь, что рынок, это только я рассказал о понедельнике. Во вторник, допустим, рынок будет в Махмутларе. В среду рынок будет в Канаклыва, в Саларе. В четверг он будет в Тосмуре. Это тоже недалеко от понедельничного, но от этого места далековато. Вот там, кто живет в отелях Гранд Бояр, Кайла Азия. Да, и могу дополнить, если вы едете на рынок понедельничный, допустим, с центра, да, со стороны центральной Алани, вот мы уже к дороге почти вышли, то вам нужно с центра, если едете, вот я уже перешел дорогу под землей, переход на пляж Green Garden. Вот он, пляж Green Garden. Когда едете с центральной части Алани, то вот увидели эту реку, проехали стадион, увидели реку. Эта река разделяет районы Алания и Оба. И уже будьте готовы, через пару остановочек вы можете выходить. 2-3, неважно, вы все равно попадете туда, куда нужно. Фонтанчик с апельсинкой там. То есть вот проехали в реку. Дальше будут буковки Алания. Вот они, за этим не видно. И уже готовьтесь выходить. Это мы на пляже отеля Green Garden. Короче, я думаю, я доступно объяснил. Много названий отелей я назвал. Вы в крайнем случае можете вбивать названия этих отелей. И всегда попадете на рынок. Потом сделаю еще видео на тему остальных дней, как найти другие дни рынок. Всем привет из Алани, приятных выгодных покупок вам и вкусных, потому что, конечно же, овощи, фрукты будут там. Так вот выглядит там вот дальше корпуса Green Garden отеля. Вот это его пляж. И вот буковки Алания, которую все знаете, фонтанчик с апельсинкой.